Мастерская, в которой на время ремонта находят надежный приют бульдозеры и большие погрузчики, заметно преобразилась. Свежевыкрашенные стены, современные энергосберегающие светильники, новое противопожарное оборудование. И холода на улице персоналу теперь не страшны. На воротах воздушные тепловые завесы. На сегодняшний день на Михайловском ГОКе огромное внимание уделяется как охране труда, так и обеспечению безопасных условий труда, улучшению условий труда для наших трудящихся. На сегодняшний день отремонтирован полностью капитальный ремонт бокса по ремонту бульдозерной техники, что идет к улучшению условий труда, производительности труда. Большие в 2/3 стен окна мастерской визуально делают помещение просторнее. Закаленные стекла и специальные крепления – гарантия долговечной эксплуатации в промышленных условиях. Шумоизоляция и теплосбережение окон – также заслужили у ремонтников твердую пятерку. Люди, когда работают в удобных для себя условиях, будут быстрее выполнять и качественные сменные задания, что будет влиять на выпуск автотракторной техники на линию, ну, соответственно, и повышать экономические показатели. Новую жизнь обрело и бывшее помещение склада. После реконструкции здесь ремонтируют БелАЗы малой грузоподъемности. Здесь проведены работы по остеклению, улучшено освещение, переделаны ворота, утеплены, значит, сделаны комнаты для нарядной, комнаты начальника участка, компрессорная. Здесь создаются благоприятные условия труда для рабочих участка. Здесь также есть кран-балка, которая позволит нам выполнять работы с меньшим напряжением и с лучшими условиями труда. Первый 30-тонник занял свое место в боксе. Этой машине необходима реанимация двигателя. Работа кропотливая, требующая большой сосредоточенности, потому ремонтный персонал хорошо знает цену комфорту на рабочем месте. За организацию ремонта хотелось бы поблагодарить сотрудников управления капитального строительства. Это Илюшина Романа Анатольевича, Серенко Игоря Александровича, которые непосредственно большое участие и помощь оказали в проведении ремонта. Кроме того, хотелось бы поблагодарить непосредственно сам коллектив участка, который очень много и хорошо потрудился для того, чтобы достичь этого результата. Они приходили со своими предложениями, непосредственно участвовали в работах. Это такой замечательный проект, который в рамках РМУ организовался и вылился в результат, который будет радовать долгие годы. Эти перемены в ремонтно-механическом управлении называют началом большого пути. В ближайших планах обновление помещений для персонала и для хранения инструментов. Рабочие места оборудуют по стандартам системы 5S. Они будут эргономичными и удобными для работы.